Моя работа необходима городу. Мы делаем город чище. Водитель Алексей Чувашов работает на предприятии уже 2 года. Его территория – Южный микрорайон, район Залини. Всего около 400 дворов. Объем большой, но привычный. Тем более Алексею работа нравится, ведь она для людей. Да и отношение к порядку кузнечан поменялось. Люди, да, стали лучше относиться к нам. Упаковывают все, вытаскивают бочки. Ну что это? Не как раньше, разбросано все было. А сейчас все нормально. Таких молодых парней, как Алексей, в экосервисе работает немало. Руководство предприятия знает, как удержать молодежь. Достойная заработная плата, бесплатные горячие обеды, теплый гараж. Я думаю, рабочие довольны. Они с удовольствием приходят каждый день, улыбаясь, обслуживать население. Я думаю, что и население иногда благодарно нам. Ну, все, конечно, бывает у нас в работе. Это, я скажу, что неблагодарный труд иногда. Ну, людям делать добро, думаю, это приятно всем, и водителям, и рабочим, особенно нашему руководителю. Большая благодарность руководителю, который старается предприятие сделать рентабельным. Ну и, как говорится, процветающим. Недавно автопарк предприятия пополнился 2 новыми машинами – бункеровозом и контейнеровозом боковой загрузки. Для крупногабаритного мусора приобретены стационарные бункеры. Все это позволит сделать город еще чище. Мало кто задумывается, какой огромный труд стоит за чистыми контейнерами. Ежедневно в рейс выезжают 25 машин, вывозится более 500 кубов мусора. Очищать родину – не менее важной профессии, чем защищать ее. От всей души поздравляем, кто работает с населением, всех работников и руководителей, которые являются коммунальным, работают в коммунальных предприятиях. С праздником, здоровья всех, успех в их нелегкой трудовой деятельности, ну и главное здоровье.